Привет, привет. Добро пожаловать. Я Джон. Рад встрече с вами. Привет, парни. Спасибо, что зашли. Так как вы миллениалы, мы хотим увидеть вашу реакцию на возможный ТВ-ролик абсолютно нового Chevrolet Cruze 2016 года. Он специально заточен на таких, как вы, ребята. Прежде всего, наш ролик расскажет о свободном духе, живущем в сердце каждого миллениала, выраженном в татуировках и бородах. Борода и все такое, не. По-вашему, у каждого должна быть борода? Не? Итак, ролик начинается с автопутешествия, потому что миллениалы обожают путешествовать на машине. О мой бах, это как раз тот момент, когда начинает играть музыка в стиле инди-рок. Как-то сладковатко. Следующая сцена – поле, и герои танцуют. Странновато. Это не то, чем вы занимаетесь абсолютно. Я видел кучу подобных картинок на Фликре, мне это кажется перебором. Также вы обожаете прыгать в воду в одежде. Вот он, типичный день из жизни миллениала. Не у каждого есть татухи, не у каждого есть бороды и пирсинг. А что по поводу бенгальских огней? Вы что, серьезно? И ваше любимое занятие – вечеринка с барабанами на пляже? Хотите сказать, вы не обожаете заниматься этими днями напролет? Я работаю 6 дней в неделю, вам по-любому придется ходить на работу. Это то, что вы думаете про наше поколение? Вас это задевает? У меня нет татуировок, у меня ничего не проколото. Это вообще ни на грамм, ни я. Ваши истории все какие-то одинаковые, а на самом деле мы все индивидуальности. Блин, я сведу нафиг все татухи сегодня же. Чересчур клише, говорю я, сидящий здесь в татухах и бороде. Ролик заканчивается эпический брейк-данс вечеринкой на фоне бывшего завода в модном районе. Это просто ужасно. А не понравилось? Нет. Почему? Это скучно, это слишком приторно для меня. Какое это имеет отношение к тачке? Машина должна быть звездой ролика. Это должно быть не про людей, должно быть про машину. Я хочу знать про крутые опции, про новые фишки. Правильно я вас понимаю? Вам не нужна реклама, которая подходит вам. Вам нужна машина, которая подходит вам. Да, именно. Хотите посмотреть? Это абсолютно новый Chevrolet Cruze 2016 года. Мне нравится. Cruze позволяет вам легко законнектить iPhone, и вы получаете доступ к музыке, приложениям, картам и так далее. Вот это то, что надо. Это потрясающе. Также у вас постоянно в доступе 4G Wi-Fi. А чего у этой тачки нет? Расход топлива на трассе 5,5 литров на 100 километров. Это невероятно. Ну что, эта машина вам подходит 100%. Я думаю, это уматный аппарат. А реклама-то где?